30 и 31 числа провели две контрольные игры. 30 числа в игре принимали участие футболисты, не имеющие в сезоне игровой практики. Самоотдачей, желанием доволен, качеством игры не совсем. Этим игрокам еще много предстоит совершенствовать свое технико-тактическое мастерство. Сегодня, 31 числа, играли с крепким соперником команды «Источник». Сыграли 1-1. Упорная борьба, но мы создали больше моментов. Радует то, что в этой игре смогли использовать свои сильные качества, и радует розыгрыш стандартных положений. Что касается организации сборов, для нас были созданы идеальные условия для учебно-тренировочного процесса. Выполнили всю программу полностью.